Сегодня в Красноярск приехал вот этот приз. Главный приз 4-го фестиваля региональных телекомпаний «Вся Россия» в номинации «Информационная программа». С радостью и гордостью сообщаю вам, что приехал он в нашу телекомпанию. Новости Афонтова признаны в этом году лучшие региональные информационные программы. О самом фестивале и о нашей победе, и об этом замечательном призе расскажет вам Оксана Калинина. Фестиваль региональных телекомпаний «Вся Россия» проходит уже 4-й раз. Его учредителями являются Федеральная служба по телевидению и радиовещанию и Российская ассоциация региональных телекомпаний. Каждый раз на фестивале в Москве собираются звезды отечественной тележурналистики и оценивают профессионализм региональных станций. От телекомпании «Афонтова» в жюри вошел главный редактор Сергей Ким. Место в коллегии судей нам обеспечили победы на прошлых фестивалях. Мы входили в число номинантов, но до сих пор не теплилось. Телерадиокомпания «Афонтова», город. Безусловно, чертовски приятно, что мы там уже 4-й год в номинации практически, там разные люди, но мы все время там 4-й канал, ТВ2, Сургутинформ, мы вот все время как-то это. И, естественно, мне очень приятно, что наконец-то после, на 4-й раз наши новости стали лучшими. Ведь капля долбит камень не силой, но частотой падения. Именно так вот и получилось. Да, это не было такой вот какой-то мощной атакой, это был очень тяжелый труд, долгий путь к этой цели, но цель достигнута, и я в том числе, все мы счастливы. На фестиваль свою продукцию представляли 160 телекомпаний, причем участвовали практически все красноярские. Авторская программа Марины Добровольской «Будни» и волшебный микрофон, выходящий в эфире КГТРК «Центр России», тоже вошли в число номинантов фестиваля. Однако новости Афонтова победили, причем в самой престижной номинации «Информационная программа», и обошли постоянных конкурентов прошлогодних победителей телекомпании «4-й канал» из Екатеринбурга. Мы между собой всегда же говорили, что мы лучшие, мы были уверены в этом. И теперь, когда пришло этому подтверждение и нашло это подтверждение с фестивале такого хорошего, высокого уровня. Ну, это, конечно, безусловно, очень приятно. Мы просто все счастливы были. Я думаю, что вполне заслуженно, потому что мы делаем упор не на очень такие вот жестокие, страшные вещи, которые всех уже утомили, а на что-то очень доброе, душевное, человечное. По крайней мере, к этому стремимся. Готовя наши информационные выпуски, мы постоянно стремимся поставить себя на место телезрителя, построить новости так, чтобы их было интересно смотреть всем, а не только тем, кто имеет к этому непосредственное отношение. Если наш выпуск оценило жюри абсолютно не относящиеся ни к Красноярску, ни к событиям, которые у нас происходят, значит, им понравилось, их это затронуло, то вот этому я рада. Значит, мы работаем не зря. Ну, это победа не повод останавливаться, это наоборот повод для того, чтобы развиваться быстрее, работать лучше, снимать больше, рассказывать интереснее и так далее. Чтобы в следующем году обязательно победить, потому что победа хорошо, но если будет старая, то будет еще лучше. Наши зрители не могли не заметить, что мы постоянно развиваемся. Недавно у новостей появилось новое оформление. В выпусках добавились рубрики «Спецрепортаж» и «Мировые новости» агентства APTN. Изменилась подача погоды. У нас есть еще много интересных планов. Обо всем вы сможете узнать, если будете смотреть нас каждый день. Таким образом, на целый год новости Афонтова стали лучшей региональной информационной программой страны. И это не последняя наша победа, ведь главное, о чем мы заботимся, это точность, оперативность и объективность наших сюжетов, что ценит не только жюри, но в первую очередь вы, наши зрители.